Лекция «Действия при похищении». Как только с вами связались похитители, вы незамедлительно начинаете строить имью в гараже СФПД с полным боекомплектом. Форма SWAT, если доступна по должности, тайзер, набор объектов, вертолет от каждого имью, назначить двух переговорщиков. Переговорщиками нельзя назначать шефов полиции, их заместителей, шерифа тоже касается, а также директора и замдиректора ФБР. Вызвать также карету МЗ. Пока МЮ строится, вы даете задание переговорщикам съесть в банк и снять деньги же, или же связаться с директором ЦБ, губернатором. Ну, или губернатором. Заполнить все вертолеты сотрудниками МЮ, обязательно с тайзерами. Как только место встречи было назначено, выдвинуть МЮ на место, но не приближаться к месту встречи, дабы не сорвать похищение. Как только деньги были переданы или у вас в руках оказался похищаемый, то отдаете команду вертолетам преследовать кейс с деньгами. Вертолетам отдать команду координировать наземной группой, дабы перехватить кейсы похитителей. Если похитители на вертолете, то организовать воздушный перехват. Оказать похищаемому первую помощь, допросить похитителей, составить кейс на похитителей в архив бюро. Вопросы есть какие-либо? Нету.